Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым выпуску. Спорт об'ядновує і дорить свята. Сьогодні «Гомель» приймає естафету «Полымя міру». Лето, спякота, пляж. Виратавальники «Асвода» активізують профілактичну роботу. Одна зала добра, а дві лепей. Мазырський кінотеатр обновив обсталявання. А зараз об гэтым і іншим більш подрабязна. Полымя міру з Магілёўшчыны у Гомель. Агонь других європейських гульняў прибыў у наш регіон. Наперадзе 6 дзён эстафеты з удзелам паўсотні факеланосцаў. У ліку першых алімпійскі чэмпіён канаіст Леонід Гейштар. Золата Рымскай алімпіяды ён заваяваў у 1960 годзе. Сімвалічна, што і агонь других європейських гульняў таксама прывезлі з італьянскай сталіцы. Я там же в Риме выиграл алімпійскі ігры. И тогда прославил великое государство СССР и Гомель. Нашим спортсменам здоровья и счастья. І грибцам нашим отдельно, щоб під килем була легка вода. Факел по вулицах обласного центру з гонором пронесли діючі спортсмени. За многих з їх можна буде поболіти під час других європейських гульняв. Це велика честь, це гордість пронести факел, тим більше у нас вдома, в Гомелі, на моїй родині, і взагалі для Білорусі це дуже велике масштабне событие. Хочеться максимально виступити, достойно виступити, тим більше вдома. Показать весь свой уровень, все свое мастерство. И, ну, естественно, золотую медаль хочется. Эстафету «Полымя міру» передавали и медийным персонам, уродженцам Гомельской земли. До спортивного свята яны долучились с великой охвотой. Мне вельми радостно, потому что я у себя на родиме, на той, у тым городе, менавіта, где я народился. Не у тым районе крыху, але у тым городе. Бегчы буду у районе, где пачаў працаваць упершыню. Ну, карацей, тут шмат успамінаў, і мне прыемна. Беларускім атлетам я пажадаю, каб яны все свае уласныя рэкорды яны перавысілі, каб яны скокнулі далей, чым могуць, каб яны прабеглі хутчэй, чым могуць, каб яны праплылі хутчэй, чым могуць, нырнулі глыбей, чым могуць, карацей, зрабілі немагчымае. Завтра факеланосцы наведаюць такія аб'екты, як «Беларуснафта», «Гомсельмаш», «Гомельскі домабудаўнічы камбінат». На кожным з прадпрыемстваў падрыхтаваны спецыяльныя праграмы. Далей «Полымя міру» пройдзе да буравых установак рэчыцкага радовішча. Завершыцца другі дзень урачыстай цырымоніі перадачы агню ў жлобін. Бег як шлях да мары. Разам са стартам эстафеты «Полымя міру» ў Беларусі працягваецца 5 сезон дабрачыннага праекта «Велком бегом» – міжнародная акцыя «Еўрапейскія забегі». Яе мэта – дапамагчы дзецям-спартсменам з абмежаванымі магчымасцямі. Сёння ў міжнародны дзень бегу удзельнікаў эстафеты разам з факеланосцамі сустракалі ў Гомелі. Як іх віталі на гомельскай зямлі і куды накіруюць атрыманыя ад дабрачыннага праекта сродкі, ведае Марына Джалая. Удзельнікі дабрачыннага праекта «Велком бегом» чакалі факеланосцамі эстафеты «Полымя міру» на тэрыторыі Гомельскага парку побач з помнікам першаму гамельчаніну. У найпрыгажэйшым прыродным інтэр'еры Гомеля прайшла невялікая размінка. Затым разам з факеланосцамі спартсмены прабеглі да лебядзінай сажалкі. Праект «Велком бегом» праводзіцца в 5 раз. І іменно в этом году совместным решением дирекции вторых европейских игр и компании «Велкома-1» наш проект стал своеобразной паралімпійскай составляющей европейских игр. Впервые проект «Велком бегом» выходит на международный уровень и в соответствии с договоренностью, которая достигнута между компанией «Велком А1» и дирекцией вторых европейских игр, результаты европейских игр всех беговых дистанций будут включены в копилку проекта «Велком бегом». За 50 дзён з 12 мая да 30 чэрвеня удзельнікі акцыі плануюць прабегчы 200 тысяч кіламетраў. Агульная сума дабрачыннай дапамогі ад кампаніі «Велком А1» складзе 200 тысяч рублёў. У скарбонку бегавых кіламетраў ўключаць у тым ліку дыстанцыі эстафеты «Полымя міру» і другіх еўрапейскіх гульняў. Далучыцца да акцыі можа кожны. Для гэтага да канца чэрвеня трэба, выходзячы на прабежкі, фіксаваць свае бегавыя вынікі з дапамогай устаноўленай на смартфон фітнес-праграмы. Затым дзяліцца імі на сваёй старонцы ў сацыяльных сетках з хэштэгамі «Велком бегом», «А1» і «Брайтім». Атрыманыя грошы перададуць двум цэнтрам Беларусі, дзе займаюцца дзеці-спартсмены з абмежаванымі магчымасцямі. Адзін з іх – у Гомелі. Гэта абласны цэнтр алімпійскага рэзерву па паралімпійскіх і дэфлімпійскіх відах спорту. Яго адкрылі ўсяго 2 гады таму. Зараз тут займаюцца амаль 200 спартсменаў з абмежаванымі магчымасцямі. Гэта інваліды па зроку, слыху, людзі з сур'ёзнымі траўмамі апорна-рухальнага апарату.
У центрі вони можуть займатися 11 видами спорту – волейболом, плаванням, настольним тенісом і так далі. Могуть гуляти у шахмати чи шашки. Усе залежить від фізичних можливостей і власних переваг. Але є у спортсмену одна високородна мара, яку сподіваються справдити з допомогою доброчинного проєкту «Велком бігом». Коли проходять Олімпійські ігри, через дві тижні на цих же аренах проходять Паралімпійські ігри. З учетом того, що на вторих європейських іграх не представлені люди з ограниченими можливостями, тому я так думаю, що компанія вирішила восполнити і відмітити цих людей. Ми на сьогоднішній день остро нуждаємося в транспорті, в спеціальному транспорті для людей з ограниченими можливостями, щоб їх привозити на тренування, а також щоб осуществляти підвоз на будь-які соревнования различного уровня. Акцію «Європейські забіги» компанії «Велком А1» проводять у партнерстві з фондом «Дирекція других європейських гульняв 2019 года». Підтримують доброчинний проєкт Міністерства спорту і туризму і Паралімпійський комітет. Завершить програму масових європейських забігів «Великий символічний забіг», який відбудеться у Мінську 20 червня. Другий етап акції пройде з 21 по 30 червня під час других європейських гульняв. Марина Джала, Євген Макінка, телерадіокомпанія «Гомель». Окружить теплиньою і клопотом – першочергова задача для кожної соціальної установи. Створення комфортних умов у домах-інтернатах сьогодні обмірковували депутати обласного совєта. У Жлобінському районі пройшло посідження постійної комісії по розвитті соціальної сфери. О прийнятих рішеннях і проводимій роботі – матеріал Дмитрія Котова. Хальчанський психоневрологічний дом-інтернат для застарілих і інвалідів. Сьогодні тут проживають більш за 360 чоловік. Переважна більшість не має родних. Для комфортного життя у домі-інтернаті є усе необхідне. Створені і умови для реабілітації, у першу чергу працівної. У домі-інтернаті займаються вирощуванням городини, розведенням буйної рогатої живьоли, проживаючи працюють на палетках підшефної господарки. Це дозволяє людям відчувати себе корисними, а так само зменшити затрати на харчування. До прикладу, 50% від необхідного об'єму молока отримлюються до власних коров. У установі діяння 4 групи працівної реабілітації. Проживаючих розмірковують згодно медицинському заключенню, предугледжені і заохвочувані, наведування вистав, концертів і інших забавляльних мероприємств. Найважливіше – це те, щоб дати можливість людину, який проживає в этом доме-интернате реализовать себя с учетом его потенциала, с учетом его состояния здоровья, с учетом возраста, с учетом физических потребностей. Кто-то может работать на земле, кому-то нравится с животными работать, кто-то может заниматься аппликацией, ну а кто-то просто слушать, как читают книги. И здесь важно найти каждому человеку подход и помочь ему реализовать, не остаться одиноким. Еще один важный накерунок – ресоциализация. Иншими словами, махчимость вернуться до полновартостного життя у громадстве. Улишивши тяжкие захворывания многих проживающих, такие выпадки нечастые, але все ж таки яны есть. Летось у регионе стены подобных установ покинули 4 человеки. У отделениях супроводжаемого проживания вучить готовать ежу, корыстаться бытовой техникой и распоряжаться финансовыми сродками. У Хальчанском доме-интернате еще плануют наладить больше тесное супрацовництво с областной клинической больницей, как процесс ресоциализации стал больше худким. Здесь еще привлекаются и суды, и родственники, которые должны именно инициировать процесс восстановления дееспособности. Ну и кроме того, у человека должна быть какая-то подоплека, то есть ему должно быть куда вернуться. Сім'я, дом. Просто так ми, звісно ж, нікого за територію інтернату не випустимо, якщо знаємо, що чоловіку нікуди піти, нігде жити. Хальчанський дом-інтернат обраний місцем проведення посідження не випадково. Депутати відзначили добрі умови і, що немаловажно, назапашений опыт можна використовувати у інших установах подобного типу. Трудова реабілітація повинна бути в кожному учреждений подобного типа, потому что это не только пополнение внебюджетных источников денежных средств учреждения, но и занятость пребывающих в этом учреждении. Все те положительные моменты, которые здесь были отмечены в плане трудовой и социальной реабилитации, мы рекомендуем внедрить в других учреждениях подобного типа. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район.
Третий международный фестиваль «Студентская весна» краин БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества открылся напередодні у Ставрополе. У форуме принимают удел 2500 человек с больше 20 краин света. Одна из самых шматликих делегаций – белорусская. У ее составе студенты, активисты БРСМ, переможцы и лауреаты республиканских и международных проектов, представники молодежных парламентов, журналисты. Представники Гомельской области на форуме презентуют уластные распрацовки. У нас в рамках этого форума планируется форум лидеров, на котором молодежные лидеры с многих стран, более 20, поделятся своим опытом, как быть лидером в своей стране, что это такое, какие у них есть общественные объединения. Также мы презентуем здесь проект, который был рожден в Гомельской области, это «Папа Зал», и мы поделимся своим опытом. Удел у международном фестивале примає и делегат от телерадиокомпании «Гомель» корреспондент Ганна Каральчук. Сегодня она выступила с докладом на форуме молодых журналистов. Тема – молодежный контент на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Фестиваль «Студентская весна» протягнется до 9 червня. На протягу тыдня у Ставрополі будут проходить встречи, конференции, конкурсы по 7 направках. Адукация, лидерство, медиа, спорт, пригожость, музыка и мастерство. Завтра у Гомелі пройде прямая телефонная линия по питаниях автомобильной перевозки пассажиров. Звернуться до директора державного предприятия «Гомель-Абл-Пассажир-Транс» Дмитрия Камзолова можно с 14 до 16 годин по номеру телефона у Гомелі 23-97-24. Мазир стал другим городом в области после Гомеля, который может похвалиться двумя личбовыми кинозалами у одним кинотеатре. У малой зале кинотеатра «Мир» появилось новое личбовое обсталевание. Экран с рыбным украпыванием позволит глядеть фильмы в формате 3D. Кассовые премьеры планируют показывать у двух личбовых залах, как цалком задоволить запыты наведвальников. Это позволит и поширить репертуар. В малом зале установлен новый экран с покрытием алюминия и серебра. Вот. Заказан и изготовлен специально для города Мозыря во Франции. Вот за счет этого будет более зрелищная картинка 3D-формата. Для таких фильмов, как вот теперь у нас начались «Годзилла 2» и «Тайна жизнь домашних животных», они будут у нас идти в обоих залах, и в малом, и в большом. Более значимые, более востребованные для нашего зрителя. А так вообще это будет возможность большее количество кинофильмов показать для наших жителей и гостей города Мозыря. Первые глядачи кинотеатра уже смогли оценить комфорт и зручность обновленной малой залы. Гостей яркого и веселого свята запросили поглядеть ролик в формате 3D, а после погрузиться в позитивную атмосферу фестивалю фарбов. У этот час сотрудники МНС провели профилактичное мероприятие у рамках республиканской акции «Не покидайте детей одних». Хлопчики и девчонки приняли удел у викторинах, отримали заслуженные призы, примерили боевую вопротку выратовальников и оглядели пожарную машину. Ближайшие дни у нашей краине обещают быть вельми спякотными. На Гомельщине слупок термометра узнимется свыше 30 градусов. На узмоцненный режим работы переведены воротовальники освода. Под увагой аматоры пляжного отпочинку и рыбаки. Задача попередить махчимые несчастные выпадки, колькость яких, звычайно, повышается у спякотные дни. Добрый день. Инспекция по маломерным судам. Разрешите ваши документы взглянуть? Так, техосмотр до 21 года. На якорной стоянке допускает. Перш за все проверить документы и технический стан лодок. Принципиальное питание – наявность воротовальных камизелек. Наступный на шляху ревизоров – рыбацкий дует. Тут необходимая экипировка у наявности. Всегда должны соблюдать правила безопасности. Это вода. Я сам спортсмен в бывшем. Очень отлично плаваю, и пятиборьем занимался и тому подобное. Но это всегда спасает. За 7 километров шляху ни одного протоколу. И это худшее выключение. Звычайно, с рейдов вертаются хоть с маленьким, але все ж уловом. У топе порушений отсутность спецсродков. В этом году 57 нарушителей было, значит, уже составлено 57 постановлений. Обычно за такое нарушение составляется постановление, выносится либо предупреждение, либо штраф от 1 до 3 базовых величин. Особливо увага неполнолетним отпочивающим. С ними на пляже повинны быть дорослые. До речи, у Гомельской области с 9 загинувших у этом годе двое миновито дети. Если рядом есть водоем, родители должны быть особенно внимательны к детям. Задача родителей – ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра. Что касаемо маленьких детей, здесь нужно держать малышей от себя на расстоянии не дальше вытянутой руки. Тревога в районе третьего боя 15-20 метров тонет человек.
Зараз безпеку на водах регіону забезпечують амаль 400 матросов-врятувальників. На надзвичайну ситуацію реагують імгненно. На щастя, у гэты раз реально потерпілих нема. Ситуація умовна. У глядачах, відпочиваючи у центральному парку і на пляжі. Многі отримали спеціальні пам'ятки. І, як каже статистика, не здарма. Профілактика у боротьбі за життя зараз головне. Одна з основних причин нещасних випадків на воді – купання у нецвярозому стані. Окрім алкоголю, на дно тягне і непритримлювання головного правила – купатися можна тільки у санкціонованих місцях з обслідуваним дном. У Гомельській області таких 45. На їх організований постійний нагляд врятувальників. З початком сезону штат у регіоні повелічили на 100 чоловік. Вахту несуть круглосуточно на 15 станціях. Ганна Ковальова, Євгенія Кухаронок, телерадіокомпанія «Гомель» при підтримці агентства «Теленовин». Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў эфіры. Эфір телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Очередная партия с нелегальным металлом не выехала за пределы страны. В Гомельском районе правоохранители задержали две автомашины с 8 тоннами чермета. Организовал перевозку 32-летний мужчина и привлек к этому еще и своего знакомого. На двух «Мерседесах» они следовали в Россию, но в поселке Пролетарии Гомельского района их остановил экипаж ГАИ, который отрабатывал территорию совместно с сотрудниками АБЭП. За отсутствием документов груз пришлось изъять, а на перевозчиков составить протокол. Кроме того, арестованные автомобили собирателей черного лома. Стоимость изъятого металла – 1200 рублей. Штраф за нелегальную перевозку может составить 100 базовых величин. Ехал по главной и стал участником ДТП. В Гомеле мотоциклиста не пропустила женщина, которая управляла легковушкой. На своем «Форде» она выезжала со второстепенной дороги и не предоставила права на преимущественный проезд мотоциклу «Минск», который двигался по улице Бочкина. Управлял 55-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в больницу, но вскоре отпустили домой. К его счастью, травмы оказались несерьезными. А это кадры аварии, в которой поучаствовали фура и легковой автомобиль. ДТП случилось в Гомеле на улице Фрунзе накануне ночью. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте аварии дежурил автомобиль скорой помощи. В Гомеле нетрезвый водитель попытался дать инспектору ГАИ взятку. Мужчина думал, что сможет решить вопрос об отмене штрафа на месте, но лишь усложнил себе жизнь, и причем серьезно. На место, в котором несли службу инспекторы, была вызвана следственно-оперативная группа. Оказалось, что в момент, когда на нетрезвого водителя составили протокол, он положил на бардачок служебной машины 50 рублей. Дважды был предупрежден об уголовной ответственности, но, видимо, не поверил. Сейчас 30-летний гомельчанин под стражей. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. С начала года это уже вторая зарегистрированная попытка дать взятку сотруднику ГАИ. Хочется напомнить водителям о том, что все автомобили госавтоинспекции оснащены системами видеонаблюдения. Также у сотрудников госавтоинспекции имеются нагрудные видеорегистраторы. Поэтому вот такие вот факты попытки дачи взятки сотрудников, конечно, они сразу же, скажем так, регистрируются, и это ведет к уголовной ответственности. Поэтому в следующий раз, прежде чем давать что-то сотруднику, подумайте дважды, стоит ли минутная слабость того, чтобы оказаться за решеткой. Разъяснить детям правила дорожного движения и уберечь их от беды на каникулах. Сотрудники ГАИ начали кампанию по профилактике детского травматизма на базе школьных лагерей. Для этого стражи дорог встречаются с воспитанниками младших классов и рассказывают им об опасностях, которые присутствуют на дорогах. Советуют, как правильно пересекать улицы на велосипедах, чем обозначать себя в темное время суток и о чем нужно помнить, когда подходишь к пешеходному переходу. Встреча проходила в кинотеатре «Октябрь», ей сопутствовала отличное настроение, ведь кроме выступления инспекторов ГАИ и показа ролика о безопасности, школьников ожидала премьера нового мультфильма. Наиболее часто попадают в дорожно-транспортные происшествия – это дети-пешеходы, которые переходят дорогу не в установленном месте, либо перебегают на запрещающий сигнал светофора. Также это дети-велосипедисты, которые не спешиваются на пешеходных переходах, переезжают на велосипедах и попадают под колеса транспортных средств. А также это, конечно же, дети-пассажиры. Но если страдают дети-пассажиры, в этом напрямую вина взрослых, которые перевозят их без детских удерживающих устройств. На этом пока все. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания.
На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Чемпионат Беларуси по мини-футболу вошел в решающую стадию. Сегодня в Орше местные «Витен» и гомельская «БЧ» начали борьбу за бронзу. Эта серия продлится до 2 побед одной из команд. Главная баталия плей-офф стартует завтра в Гомеле. ВРЗ принимает у себя столицу. Первая игра финала пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив» начало в 17:00. В нынешнем сезоне противостояние финалистов насчитывает 2 поединка. Статистика в пользу столичной команды. В первом круге минчане одолели «Вагоностроителей» на их поле 3-1, а во втором дома сыграли в ничью 5-5. В сезоне 2016-2017 соперники также сошли с финальной серии до 3 побед. Тогда сильнее была столица. Между тем, чемпионат страны по мини-футболу может лишиться одной из самых титулованных и ярких команд – «Литсельмаша». Как сообщают официальные страницы команды в соцсетях, новое руководство управляющей компании холдинга «Литсельмаш» отказалось от финансирования клуба. Теперь судьба 4-кратного чемпиона Беларуси находится в руках местных и областных властей. В нынешнем сезоне команда выиграла Кубок Беларуси и стала 5-й в чемпионате. В Гомеле сегодня начались открытые областные соревнования по спортивной акробатике. Они посвящены памяти заслуженного тренера Беларуси Александра Гинзбурга. Гомельская «Издюшор» номер 4 проводит этот турнир более четверти века. Александр Гинзбург – основатель спортивной акробатики в Гомельской области. Он подготовил свыше 30 мастеров спорта. Сейчас уже его воспитанники готовят спортсменов для сборной Беларуси. В этом году участие в мемориале Гинзбурга принимают акробаты из Беларуси, России, Украины и Молдовы. Возраст спортсменов 16 лет и моложе. В Гомельской «Издюшор» номер 4 спортивной акробатикой занимается свыше 150 человек. Подвести итоги работы в прошедшем учебном году – одна из целей этого турнира. Для нас эти соревнования – это в основном для своей школы, для своего отделения акробатики. Мы хотели бы увидеть наших юных спортсменов, которые уже в будущем примут участие в чемпионате Республики Беларусь. Завершатся открытые областные соревнования по спортивной акробатике памяти Александра Гинзбурга в пятницу, 7 июня. В Жлобине состоялось открытое первенство Гомельской области по велосипедному спорту на шоссе. Возраст спортсменов 16 лет и моложе. В соревнованиях приняли участие более сотни спортсменов из 9 городов Гомельской и Могилевской областей. Общекомандный зачет первенства выиграла команда «Речицы». На втором месте расположились спортсмены из Будокошелевского района, на третьем – город Мозырь. По итогам этого старта скомплектована сборная команда Гомельской области для участия в республиканской спартакиаде школьников, которая пройдет в Могилеве с 12 по 16 июня. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».